В 9:30 утра в торгово-развлекательном комплексе сработала система оповещения о пожарной опасности. На складе загорелось холодильное оборудование. Автоматика отреагировала как положено, и на пульт МЧС поступил сигнал о пожаре. Персонал комплекса организованно покинул помещение. Объект достаточно сложный, площади большие. Единовременное пребывание людей, на которые рассчитан торгово-развлекательный комплекс, более 1000 человек. Это включая логистический центр, развлекательные учреждения, торговые, складские и так далее. Из-за сложности объекта в работе задействовали практически весь гарнизон Курганской противопожарной службы, 7 подразделений, плюс спасательные службы. Из-за использования в холодильном оборудовании фреона пожарные надели средства индивидуальной защиты органов дыхания для поиска людей, которые, возможно, остались в здании. Один расчет по выдвижной лестнице поднялся на крышу. Комплекс новый, сдан в эксплуатацию не более месяца назад. В связи с этим цели и задачи проведения учения – это отработка организации взаимодействия с администрацией объекта по ликвидации условного пожара, по поиску, спасанию и эвакуации людей. Торговый комплекс «Рио» по своим площадям является одним из крупнейших в области. Учения дали возможность сотрудникам МЧС познакомиться с особенностями здания. Выявленные недочеты отработают на практических занятиях в ближайшее время. Татьяна Хинчук, Василий Малухин, Андрей Глазырин, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру».